Я, Джамилева Сундуз, около 20 лет знаю семью Амеровых. Это Энвер Ака, его жена Амина, Риза и дочка Фатьма. Энвер Ака – это добрейший, трудолюбивый человек, который всегда спешил всем на помощь. Его таким знают многие в городе Белогорске. Его сын Амеров Риза честный, справедливый, с высшим образованием, отец четверых детей. Джапаров Хайдар, отец восьмерых детей. Его жена одна будет воспитывать и растить восьмерых детей. Увы, следователи, ФСБ, судьи и прокуроры. За что такие сроки? За что? Вы знаете, что вы будете отвечать перед Всевышним Богом за слезы детей, матерей, жен, вы будете держать ответ перед Всевышним Богом. Сегодня общество деградирует, и вы это видите. Сегодня обман, воровство, пьянство, прелюбодеяние, злость. Вы свидетели этого. Что сегодня происходит в обществе? В исламе этого нету. В исламе нету пьянства. В исламе нету обмана, зависти, распутства, воровства. Этого в исламе нету. В исламе нету брошенных детей, брошенных родителей. Ислам и терроризм – это совсем несовместимые вещи. Вы это тоже знаете. О, вы, судьи и прокуроры, задумайтесь. Освободите ни в чем невинных мусульман. Вы будете за это отвечать перед Всевышним Богом. В Высшем Писании есть в переводе «Задумайтесь, на вес пылинки добра вы ответите, и за вес пылинки зла вы ответите».